1137 год. Предопределение Всевышнего Всемогущего Аллаха сбылось в Ираке. Воин, командир, лидер, генерал, справедливый правитель родился. И для тех, кто не знал, кто этот человек, его звали Юсуф, также известный как Салахуддин. Его отца звали Наджмуддин. Его дядю звали Асадуддин, также известный как Ширку, славный воин Нуруддина. Это Салахуддин, лев ислама, султан Египта, царь, сражавшийся с Британией, царь, сражавшийся с Германией, царь, сражавшийся со франками, царь, сражавшийся с римлянами, с греками, с итальянцами, и до конца списка еще далеко. Это Салахуддин, завоеватель Иерусалима.